то, что мы говорили на мое первое, с чего мы начали наши действия, наше движение родители против наркотиков. Мы спросили у города, ну мы написали открытое письмо, спросили, сколько в Николаеве зарегистрировано детей алкоголиков и наркоманов. Как вы думаете, сколько нам ответили? Скажите. А? Сколько? Сколько? Скажите. Нет. Нам ответили, что один. Один. И трое по всей Николаевской области. Четыре человека. Нормально? Нормально вообще? От кого мы это скрываем? Нам надо пропало. От кого мы скрываем? Еще есть, смотри, вот был как-то, я иду, шла в школу, и урок прозвенел. Звонок. И уже надо бежать бы как бы на урок, а не до.